В сентябре коррекционная школа Ноябрьска присоединится ко всероссийскому проекту «Парта героя». Сейчас в учебном заведении ведется подготовительная работа. Уже известно, что нескольким столам начальной школы присвоят имя героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, ямальца Василия Давыдова. Коррекционная школа станет второй в городе, присоединившейся ко всероссийскому проекту. В прошлом учебном году это уже сделала школа номер 3. 15 партам, расположенным в классах с 1 по 4, присвоили имя ученика, ранее обучавшегося в этом учреждении, Владислава Павлова. Геройский поступок он совершил, когда ему было 15 лет. Отдыхая летом в Курганской области, подросток спас из воды тонущего ребенка. Планируется, что постепенно к проекту присоединятся и другие школы Ноябрьска. Парта героя – это ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, который непосредственно имеет отношение к данной школе, который вошел в историю Отечества, или же он является героем нашего времени. Также на парте размещается QR-код со ссылкой на официальный портал, где при желании каждый учащийся может узнать более подробную информацию о самом герое.